Последний Игрозор вышел 17 августа. Сейчас все знают, что продолжение будет лишь в октябре. Но это не мешает звериной ненависти поселиться в сердцах и умах пользователей StopGame.ru. Редакция просит сохранять спокойствие. Но как успокоить геймера, который подсел на самый сильный информативный в мире наркотик? А ну верните Игрозор! Да побольше! Да с новыми рубриками! И разум Фримана 30-й!